В заключении разговора о классах-обертках порекомендую вам на досуге заглянуть в их JavaDoc или сразу в исходники. Со средой разработки это совсем не сложно. Там вы найдете много полезных методов и констант, которые могут когда-нибудь пригодиться. Например, минимальное и максимальное значение, представимые каждым типом. Для целочисленных типов – различные битовые манипуляции. Для символов – определение буквы цифр, преобразование регистра. Для вещественных типов – вещи, связанные с бесконечностями и наном. Например, метод isNum, который нужен потому, что обычным операторам сравнения равно-равно нам не поймать.